Караганде почти вдвое подорожали услуги такси. Цены одновременно увеличили практически все городские таксопарки. Главной причиной подорожания стоимости проезда в такси перевозчики называют сильные морозы. При этом, чем ниже опускается столбик термометра, тем выше оплата за проезд. Насколько обоснованы такие подорожания, узнавала Аида Ибраева. Температура ниже 40 градусов, жгучий мороз и постоянные предупреждения об ухудшении погодных условий. Опасения за свое здоровье и здоровье своих близких приводят в панику всех жителей шахтерской столицы. А недавно из-за морозов были отменены движения общественного транспорта. От пугающей безысходности караганцы часто пользуются услугами такси. Понижение температуры воздуха, собственно, и стало причиной повышения цен за услуги автомобильных служб. С юго-востока на вокзал 1000 тенге просят. Это вообще куда годится? Куда смотрят? Это пользуются вот этими вот морозами, те же холодами. Вообще у людей сейчас и так кризис, предновогодние мероприятия, все. Куда это такие цены загинают? А это центральный железнодорожный вокзал, самое популярное место для водителей такси. На вопрос, сколько будет стоить горожанам поездка, например, с вокзала до юга, они отвечают следующим образом. Сколько вы берете до юго-востока? По заказу. Ну сколько будет? Примерно. По заказу 500. А там и кубика сколько? Например, кубы. Безусловно, воспользоваться такси комфортно и быстро. Известно, что оплата услуг вызывного такси по сравнению с услугами уличного обходится дешевле. Мы решили убедиться и в этом. Такси Писимара, здравствуйте. Девушка, две поездки. С вокзала на Муканово и с вокзала на Восток 3. Сколько будет стоить? На Муканово, на юг 700, на вокзал, на Восток 1200. 1200? Почему так дорого? Потому что такие цены. В связи с холодами подорожали цены. Решение начальства. Получается, что стоимость одной поездки на такси зависит не только от установленного общего тарифа и расстояния поездки, но и от изменения погодных условий. Ясно одно, здоровье и жизнь многих жителей, которые просто не могут позволить себе такие траты, остаются под угрозой. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».